Друзья, на самом деле, Рита, привет. Конечно же, друзья, вам огромное спасибо за то, что вы все еще, это я, все еще радуете это заведение таким количеством. Вот вам со сцены респект всем, что вы не забываете нас. Мы, конечно же, не забываем вас. И следующая песня, да. Ну, качай давай! Мы хочем мы,
Тоха, меняем, не меняем? Так. Ну хотели! Короче, вам скорости, да, хочется? Конечно! Ну ничего, ничего, вы позицию в деправите, все исправится. Давай! Да, сейчас можно просто постоять, послушать. Ну, если кто-то хочет, конечно. Саша. А что? Береги горло. Дай отдышаться. Все окей. Скорость. Так, навскидочку, кто там не видел рекламы, да? Импозиционами будем играть классику жанра. Каннибалочку, каркасики, тиаматики, пантерочку. Всякие там, пауэр метал даже будет проскакивать. Даже Деда Леми вспомним. А, Дипапель будет, елки-палки. Дипапель будет, друзья. У нас специальный гость сегодняшнего вечера. С Дипаплем, да. А сейчас... Продолжим, да? Творить. Поехали.
Yeah.
длинности. Невероятное спасибо вам. Ну вот, собственно, подходим, да, к заключительному этапу. Да. Не, спасибо. Но ДНК моя, да. Поэтому, друзья, заключительная вещь, надеюсь, не последняя в нашем, так сказать, регулярном живом творчестве. Прежде всего, хочется пожелать вам всем мира и добра. Здоровья! Не, ну а чё, типа, по фигу там, да? Я считаю так, неважно, ты там волосатый, лысый, педик там, всякое такое. Главное, чтобы здоровенькие все были, кто в теме, тот поймёт. Час, колески чистятся.
Здоровья!